Мне кажется, наступило время тратить души. Длинный меч не нужно. Потрачу все, что у меня есть. Загрейжу все, что могу. И когда я бегаю в этом доспехе, я скриплю немножко. Ну, такова судьба. Душ там действительно много у меня. Это несколько уровней, возможно. Возможно, грейды. Не знаю, как это грамотно лучше сделать. Но тратить это надо при вас, очевидно. Потому что да. Так, во-первых, с этого костра я смогу тпшниться по-любому. Во-вторых, душ у меня 15, душа героя. Давай сюда. 10 тысяч душ, это сразу уровень. Еще 10 тысяч душ, еще. Сейчас Джонсон будет настолько вкачанный, я думаю, что да. Надо, может, оставить какие-то на потребности. Да потребностей тут нету особо, потому что здесь большая душа отважного. Потому что здесь ты можешь набить это количество душ. Это 8 тысяч душ, господи, 60 тысяч душ. Гордого рыцаря, отважного воина. Давайте, заряжаем. Возможно, они потом там понадобятся еще что-то покупать, но я даже не знаю. Я хочу грейдануть доспех, посмотреть, насколько лучше будет по защите. Долгий процесс достаточно. Как можно ускорить процесс? Можно поставить эти души сюда все, да? Отважного воина. Гордого рыцаря. Далее. Безымянного солдата. Безымянного солдата. Вот эти маленькие. Вот эти можно оставить их, потому что ерунда у нас получается. Давай, Джонсон, клепай. Раз. Клепаем. Два. Урон здоровенного меча все-таки больше, чем урон клейморы. Посмотрите, какое количество душ просто поглощает себя Джонсон. Жадность тебя, слушай, погубит сегодня, я думаю. За эту жадность я отплачусь. Ну просто я буду вкачан сейчас, я буду загрейжен полностью. Я хочу поднять две ловкости, чтобы мочь биться мечом новым, который мне выпал. Это меч серебряного рыцаря. Я хочу... загрейдить доспех, посмотреть по параметрам, что нам важно. Вот, то есть тут надо определяться уже. 50 тысяч душ, что я только что потратил? Непонятно. Я вроде никаких таких серьезных душ не тратил. У меня душа сейчас... Так, подождите. Осколок великой души четырех королей, павших во тьму. Она здесь, ее нельзя тратить. Фрагмент великой души найден на заре эры огня. Повелитель Гвин распознал дар предвидения четырех правителей Нового Лонда. Пожаловал им титулы и фрагменты великой души. Несмотря на то, что это лишь часть великой души, она может наполнить великую чашу. Моя задача — наполнить великую чашу великими душами. Я беру две ловкости. 77 уровень. Я беру... Можно взять интеллекта. 15, тогда смогу использовать крутое заклинание клеймора усиливать. Я возьму силы, пожалуй, еще. Чуть-чуть больше это возрастет мой урон. 25 тысяч душ на расплод. Хорошо. Ну, я не знаю даже, что должно меня теперь убить. Да нет, тут может убить любое. Так, вы. Сейчас с вами теперь разговор снова. Здравствуй, надо выковать, надо мне... Доспех элитного рыцаря, осколком титанита. А, нет у меня осколков титанита. Значит, мы у тебя их покупаем. Сколько? 9 надо, да? Усилить броню. Раз. Усилить броню. Два. Усилить броню. Три. Усилить броню. Четыре. Усилить броню. Пять. Большой осколок титанита, теперь надо 3 ставить, чтобы усилить броню еще больше. И их у меня 3, к сожалению. Мне тут не хватит сильно. Элитного тоже большой осколок титанита. Это 3 плюс 5. Давай делаем плюс 6. Обломок титанита дальше до плюс 7 получается. Здесь большой осколок. Успех рыцаря плюс 7. Далее обломок нужен. Здесь наручи мы улучшаем. Вот так вот. Успех элитного рыцаря плюс 7 и наручи элитного рыцаря плюс 4. На алую рубаху мне нужно 4 мерцающих еще получается. На алую юбку мерцающий 1. Теперь мы смотрим. Да ты не волнуйся, 16. Никто не хочет, чтобы ты стал полом. Я не стану никогда. У меня есть цели, нет препятствий. Сравниваем.
сопротивление к отравлению, сопротивление к проклятию. То есть, если случается проклятие, я надеваю... По балансу что? Баланс не увеличился от грейдов, по-моему. Защита в разы лучше. Защита от магии, защита от огня, защита от молнии. В алой юбке защита от магии, от молнии лучше. Здесь защита от огня лучше получается. Элитного рыцаря. Перчи. А мне не с чем сравнивать, это лучшие перчи в плане брони, которые у меня есть. И в плане баланса только наручи серебряного получше. Пока что это не надо. Ну как-то так я сделал, я потратил практически все, что у меня было. А у меня еще 11 душ гордого рыцаря. Ну вот это на расплод пойдет. Титанит. Осколки титанита 4. Зеленый, красный, белый, демонический. Драконья чешуя. Ты умеешь это делать? Надо оружие еще выбрать, знаете, потому что, чтобы я... Я не знаю, какое оружие оставлять. Усилить оружие. Что ты можешь, в принципе? Зеленый я не буду. Серебряный меч, мерцающий титанит нужен. Значит, надо... 10 титанита, это уникальный меч получается, если у него мерцающий титанит, и я могу его усилить только до плюс 5. Хорошо. Далее, мерцающий, понятно, шатёл, это все ясно. Большая секира, драконья чешуя. Или зуб дракона. 10 тысяч душ стоит. Урон возрастет просто капитально. Дубина тайны, белого титанита, дубина тайны плюс 1. Копье молнии, обломок титанита, демоническое копье, демонический титанит. Демонического титанита много достаточно. Надо мне это копье или нет, не знаю. Есть еще что-то, что я могу усиливать демоническим? Больше ничего нету. Возможно, мне что-то выпадет еще демоническое. Значит, это надо запомнить. Это надо запомнить. Это надо мне тоже будет пересмотреть и запомнить. Куда идем? У меня два пути. Или руины демонов, или в Анерландо была еще дверь. Дуем в руины демонов. Только как туда проходить? Дочь хаоса это... Это то или нет? Это Квилек? Это вернее не Квилек, это... Ее подружка. Владение Квилек. Это ее подружка. Не подружка, господи, одна из дочерей хаоса и ведьмы. И одна из дочерей ведьмы из элита. Вот оно что. Так, значит, тут как мы проходили? Вот сюда мы проходили. Руины демонов встречают нас. Джонсон скрипит чуть-чуть в новом доспехе, но он, я думаю... возможно, чуть-чуть побольше у меня стойкости будет. Можно полностью потом будет переключиться, если я еще буду качать выносливость на... На какой-то средний доспех. А на тяжелый доспех я выносливость точно качать не буду. Ну что, тут сейчас мы будем гулять капитально, да? Давайте пошли. Сейчас надо определиться, что почем. Не знаю, опять-таки, правильно я делаю, неправильно. Это не лучшая броня в игре явно, но мне она эстетически нравится. Поэтому я делаю на свое усмотрение. Игру можно пройти, наверное, вообще без брони. Впереди что-то лежит интересное. Просто обломок. Впереди заградительный отряд. Слушайте, а тут здоровый меч понадобится, чтобы с ними совладать, да? И как мне их убивать? По одному, наверное. Давай сюда. Он навострился на меня. Спокойно. Три плюхи готов. Первый пошел, 1200 душ. Интересно, они будут восстанавливаться тут? Душ маловато, честно говоря, за такой отряд. Тебя огонь не жжет, а? Второй пошел. Следующий молодой человек. Вот тут, да тут их куча просто. Они определенно что-то... О, это плохо. Это плохо. Это очень плохо. Он еще быстрее, чем я. Нормально.
Ох, вписал, ничего себе, на пол хп просто, да. Что-то выпадает из него. Давай. Готов. Демоническая секира выпадает. Можно ускорить процесс? Можно, если бы я палку поставил. Хватит ли мне на палку? Не хватит. Лучше зажигать оружие, наверное, по ним. А хотя, если они тут в огне, то, возможно, нет. Впереди лежит куча предметов. Следующий молодой человек. Подойдите и распишитесь в получении урона. Я настигну тебя, Джонсон. Я тебя отомщу за все, что ты сделал с моими братьями. Я настигну тебя, Джонсон. Я отомщу за все, что ты сделал с моими братьями. Давай сюда. Опа. По хвосту. Все, аж трясется, господи. Я король баранов. Я теперь точно настигну тебя, Джонсон. Я отомщу за все, что ты сделал с моими братьями. Да, отомстит сейчас. Не, не отомстит. Офигенно просто. Так, что нам подадут? Подадут нам, слушайте. Тут лежит. Я не знаю, что тут должно лежать такое. Что охранял такой отряд. Ну, мне вроде бы по уровню даже. Но считайте, что у меня меч очень хороший сейчас. Локация просто запредельно крутая. Время жить, время умирать. Где защита от огня? Есть кольцо. Есть кольцо. Защита от огня. И тогда получается у меня перегруз. 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 Мне конец. Мне конец! Огненный уголь... Что? Я погибаю тут просто. Понятно. Слава богу, души здесь. Так, 24 тысячи. Ну, на дороге не валяется, правда? Особенно на такой огненной дороге. Кстати, мой же меч здоровый, он должен наносить по демонам больше урона. Ну, я ж получается, что я зря заклепал сейчас на данный поход доспех элитного рыцаря. Вот, ну ничего. Куда идем дальше? Идем дальше, здесь еще что-то лежало. Вот. Опять-таки надо как-то сверху, я думаю, сюда можно попасть. Надо попробовать перепрыгнуть сюда, все-таки забрать эти вещи все. Малая рубаха плюс 4. А слушайте, есть же доспех вообще, который дает дикие резисты к огню. Вот этот, да? Да, защита от огня. Он же не зря тут лежал. Шитая золотом юбка. Ну вот я не знаю, допрыгну ли я. Нормально. Большая душа гордого рыцаря. Попить. Там впереди еще что-то нас ожидает. Давай, Джонсон. Вот так вот, все. Вопрос решен. Но постоянно переодевать броню придется тогда. Элитного. Надеваем элитного вот это. И алую юбку, наверное. Бежим дальше. 24 тысячи душ. Теперь мне нужно очень много душ, чтобы повышать уровни. И мы пойдем все-таки в силу, потому что я хочу еще попытаться грейдануть хотя бы оружие, которое мне повыпадало. Может, какое-то самое здоровое возьмем, попробуем. Ну и не знаю. Я могу сейчас уже грейдануть копье. В принципе, что неплохо. Значит, тут был мост. Нам сюда, потому что тут что-то светится. Впереди кто-то стоит. В огненном зареве. О, я тут получаю урон огнем. Неприятный противник. Очень неприятный противник. Давай без профанаций. Получаешь так. Получаешь так и готов. Что-то, может, из тебя выпадет. Непонятно. Тут у нас, слушайте... Да, тут мне придется прошвырнуться немного. Локация просто невероятная. Просто очень она хороша, действительно. Что дальше?
Дальше спуск в бездну, просто в новую бездну, в хаотическую, красную. Инферно. И тут вот эти парни теперь рядовые противники, да? Но на них меч, ну, можно попробовать тогда, но получается, что я действительно зря грейдился. Он больше урона будет наносить. Что у нас? Нормально, могу так тащить. Беру в две руки. Что, ребята, двое сразу будете нападать. Надо вам влепить сейчас, я думаю. Оба! Нормальный урон. Что ты там машешь? 599, да, я просто демона урабатываю. Это с них всего лишь по 800 душ выпадает. Надо тут попить. Вот тут мне пол не нравится. По-моему, отсюда сейчас что-то выскочит. Получи... Ну а защиты-то нету с этим мечом, а? Я попал. Еще один. Опасно сейчас, Джонсон. Все лагает, слушайте, нехорошо. Я надо попить. И сейчас, сейчас двух за удар. Нормально. Вот этот Джонсон решает, конечно, вопросы. Да, игра выросла в объеме просто. В объеме наносимого урона и в объеме просто плюх, который Джонсон раздает. Что-то выпало. И поэтому холмику можно пройтись. А тут надо проверить. Проверка проведена успешно. Демоническая мачете. Тут можно немножко замутить. Неплохо, да? Поиграть с совершителем Муэрте. Там еще что-то. Что это такое? Я не знаю, как туда попасть. Но как-то мы тут, наверное, попадем. У меня кадры капец просаживаются. Потому что локация очень здоровая. Не знаю, спрыгиваю, например. Потому что нема на то рады. Перекатываюсь. Это что такое? Не знаю, но оно получило. Душа гордого, хорошо. Еще одно. А, огнем бьет. Две даже. Капец, у меня кадры просаживаются здесь, на этой локации. Надо попить. Надо ее быстрее преодолеть. Наверное, потому что это считается локацией открытого мира. Впереди еще один здоровый. Сейчас, тут подъем наверх. Я тут мог, то есть, подняться, интересно. Я ж спрыгнул. Господи, 18 кадров. А тут 54. Что-то... Может, игру надо перезапустить? Не знаю, если будет... Я мог тут спуститься. Я этого просто не увидел. Не увидел. О, стабилизировалось. Чтобы мне запись сейчас не рванула из-за вот этого. Такое бывает, наверное. Но надо действительно игру перезапустить. Так, вот это что такое? Оно мне не нравится. Что оно делает, тоже непонятно. Но оно стоит 900 душ. Костер. Разожжен, отдыхаю. На новый уровень мне вроде бы не хватает. Да, 36 тысяч душ мне нужно. Давайте я заберу предмет. Душа гордого. И тут надо костер, наверное, возжечь. Тут 50 кадров. Я не могу понять, что такое. Давайте использую человечность. Сколько их у меня осталось? Двойные три. Давай вот этих используем одну. Делаем костерок, и я в игру перезайду, пожалуй. Вот так вот. Чик. Ну и пока что получается, с мечом мы играем. Со здоровым, потому что он тут эффективнее, тупо эффективнее. Хотя клеймора, да, тоже очень высокий урон, только я наношу несколько ударов, получается. Сейчас мы его сжигаем. Джонсон. Если несколько костров, значит, локация не очень сложная. Выходим. Но там туман просто, понимаете? Не, из игры, тут у меня кадры... Вот сейчас 45. Выйду, зайду. Но я снизил качество на 70% захвата видяхи. У меня 730-я NVIDIA. И как бы лучше я сделать не смогу, наверное. Не знаю, посмотрим, как оно будет. Не, ну фризит, она не справляется, очевидно, и с игрой, и вместе и с записью. Вот. То есть, у меня есть еще одна
подгоревшая чуть-чуть. Но я не умею подключать две, у меня слотов нету просто. Не знаю, что с этим делать. О. Надеюсь, сильно не размылить. Я больше ничего сделать не могу, к сожалению. А мне нужно, чтобы... Да хорош. Сегодня большая прожарка у нас намечается, да? 20 кадров. Впереди еще баран, и там еще один баран. Сейчас тут бы не упасть. Что вы наезжаете? Не надо наезжать. Вот тут еще куча баранов. Этот сорвался. Давай сюда. Я не попадаю. Ох, как он попал. Кошмар, просто невозможно ничего сделать. Да, Джонсон, надо попасть. Еще раз. Я, короче, еле живой. Да, тут нужен доспех определенно. Да. Бараны, бараны. 33 тысячи душ. А нормально, это сейчас уровень будет еще. Чтобы игра не крашнула, когда такие просадки. Давай сюда. Сейчас. Ничего сделать нельзя, у тебя когда это... В идеале она должна работать на 30 четких и не проседать. Во. Может, это из-за DS Fix'а еще, знаете? Потому что они там что-то наворотили в этом DS Fix'е. На, получи. Вот так вот хорошо. На 30 кадрах она очень стабильная. Так, вы получаете плюху. Сейчас надо забрать души и барана сразить. Сейчас забираем души, баран бежит, смотрит на новые ворота, не попадает, и я промахиваюсь, к сожалению. Он развернулся уже. Ох, он влепил, дай боже, просто. Его ошибка была рычать сейчас, потому что нужно было бить. О. Джонсон камеру разворачивает, когда смотрит в пол, все хорошо. Тут еще выползло, посмотрите. Не знаю, идем на вот этих. Пока что. Чтобы сзади сейчас не было. А то будет беда. И, кстати, узкое помещение. За спину. 603. 603 готов. Что дальше? Дальше следующий. 37 тысяч душ, Джонсон. Не жадничай. Не жадничай, говорит король демонов. Получает на 603. И еще получает. Спокойно. Там дальше сундук. Спокойно. Не надо, сейчас надо попасть просто. Не попал. Нормально. Не спешим. Не спешим. Все делаем четко и размеренно. Два сразу. Вот это беда, конечно. Сейчас, что он травит? Не знаю, похоже на яд какой-то. Но индикатор не сработал. Надо отступать. Вот такой удар. Не попал. Неприятный противник. Вообще ничего сделать не может. Ух. 41 тысяча душ. Ну, естественно, тут было ожидаемо, что тут вообще не будет подставы, потому что он слишком большой огненный уголь. Ага, и сзади две. Да. Иду на вы, говорит Джонсон. Влепил. Нет, 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 отпустите. Только бы не ваншот. Отливать. Уголь я подобрал. Да прямо сжирает меня. Прямо сжирает меня. Спокойно. Идти на вы нельзя, получается. Но это необходимо. Хорошо, значит, надо за спину заходить. Если у него есть спина. Еще удар. Ох, она еще бодается. Крутится. Джонсон, попади, пожалуйста. Хорошо. Что, на костер? На костер. Силу будем поднимать. Силу. Бараны не должны восстанавливаться. Снизу проход невероятных масштабов. Может сделать больше флекс-эстусом, непонятно тоже. Тут еще одна. Я иду на костер. Потому что души не хочу вливать. Медленно, но уверенно. Вот это тоже принцип в игре очень важный. Потому что ты бежишь медленно.
уверенно не теряешь души и качаешь уровни. Это очень важно. Ну и механику знать. Так. Сила 34. Нормально, я, по-моему, уже могу взять огроменный просто меч выносливости. Ну, не знаю, ну 35, наверное, чтобы я еще доспех мог брать к этому всему. Потому что там здоровенная секира весит, дай боже, просто. О. Тоже непонятно. Давай сделаем 15 флякс эстусом тут. На этом ли костре это делать-то? Наверное, здесь, да. 15 фляг, человечность использовать. Так, а надо 2. Блин, 15 фляг, тут тяжело это сделать. Ну давай 2. 15 фляг обращаю. Может выпадет еще что-то. Может с этих с червей дюны что-то выпадет. Восстановлена человечность, это неплохо. А сколько я в максимум могу? Вроде 20 с этим обрядом возжигания делать. Может 25, это было бы вообще великолепно. И там туман еще, то есть это тоже не ошибка. 6000 душ на кармане. Можно их тоже сейчас потратить, чтобы зачиниться, но пока что не нужно. Пока что не нужно. Потому что так... Что... Бараны стоят, эти бараны восстанавливаются. Хорошо. Демоны. Ну я ж люблю все по-своему называть. Кабаносы там... Бараносы и так далее. Очень длинная атака у них. Прожжет сейчас. Прожжет. Получает раз. Получает два. И ты не увидел тебя. Не узрел. Нормально. Тут еще что-то лежит. А тут был ворм. А, тут этот восстанавливается тоже. Будем смотреть в землю, получается, чтобы с ним сразиться. Что он там? Что-то прыгает. Получает раз. И я не попал, к сожалению. По-моему, сейчас на меня сагрится тут все, да. Все, что здесь присутствует. Что происходит? Неясно. Ушатал меня просто. Просто ушатал. Та-т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 а. Ну, бегу. Шо? Бегу на бегу. Вы сорвались и получили. 6000 душ. Нам не забрать. Очень долго оно жжется. А то нет, ну Джонсон, ну хорош. Отступить даже невозможно. Две за раз, я еле живой. Нормально. Баран. Еще вот это. Ух, как я прыгнул. Игра капец нестабильно работает. Просто капец. Так, баран. Прыгаю. Что-то там происходит. Даю плюху. Даю вторую. Он готов. 15 кадров. Надо идти в туман. Короче, я тут эту локацию за кадром буду чистить. Потому что это невозможно просто. Так играть. Просто невозможно. О, тут... О, хорошо работает. Давайте, ребята, наезжаем. А, не хотите наезжать? Хотите вот сюда еще можно сходить. Хотят меня заманить, очевидно. Давай, мы зайдем. Мудрый демон огня. Я ж не попивший. Что делает? Влепил, дай боже, просто. Взрыв делает, понятно. И отпрыгивает. Сейчас, спокойно. Надо влепить ему. Сколько я... Ого, этот плотный. Мне не хватает, слушайте, стамины. Надо отступить и попить. Сейчас надо подальше отступить. Я попью. Даже две. Да, даже две, он медленный. Нормально. Нормально. Сейчас надо ему за спину зайти. Все будет у нас хорошо. Получает раз. Второй раз не надо было бить. Сейчас надо отступить. А, он взрыв еще умеет делать. Нормально. Ох, нормально он вписал. Учтите же, у меня же урон по нему повышенный. Потому что он демон все-таки. Вот он отступает.
Успею ли я попить? Я думаю, успею. Однако проблема в том, что, да, он, во-первых, хорошенько по мне попадает, бьет два раза. Не знаю, попытаюсь влепить два раза, и надо отступить сейчас. Я ничего не вижу, ни черта просто не вижу. Пытаюсь пить. Давай, Джонсон. Спокойно. Да, он попадает, просто предугадывает все мои ходы. Давай, куда-то сюда за угол. Да что ж ты будешь делать? Вообще не... Что такое? Что-то у нас сегодня с камерой и с игрой проблемы. Идет сюда. Он застрял. Нормально. А буст небольшой. Та-та-та. Влепил ему. Что-то там произошло. Я не понимаю, что происходит, честно говоря. Он попал вроде бы, да? Ого, это взрыв магический. Все происходит очень криво. И сейчас Джонсон умрет просто. Или он умрет. Он готов. Посох демона. И игра внезапно в 60 кадров вернулась. Может быть, он мне тут лагал, а? И еще 20 тысяч душ. И это еще один уровень. Практически. Значит, тут проход. Тут эти пытаются совершить профанацию. Да, у меня ощущение, что игру отпустило просто. Этот тоже получает. Тут что? Тут с этим надо сразиться еще. Оп. Что, вы будете махать клинками? Подходите. Попал по мне все-таки. Я ему влепил за то, какую плюху с противохода, а? Два эстуса пьем, забираем тут ерунду. Господи, игру действительно отпустила. Я не понимаю. Душа отважного. А, ну и тут... Я смогу на него спрыгнуть с ударом? Наверное, нет. Могу дать так, чтобы он меня не съел. Он готов, нормально. Еще куча душ и на костер. Да, руины демонов — серьезная локация. Нельзя недооценивать. Игру реально отпустила. Может, босс прогружался там? Не знаю. Как все хорошо работает. Короче, я на этом сессию останавливаю. Надо посмотреть, как оно записалось все. Потому что... Да. Отдыхаю у костра, беру еще уровень, еще силушки мне. А не могу, не хватает чуть-чуть. А мы душ поподбирали, спокойно. Сейчас все будет организовано в лучшем виде. Так, отважного экономим, гордого большая. Вот эту душу гордого рыцаря используем. Она две дает всего лишь, этого мне не хватит. Давай их зарядим, эти уберем. Эти зарядим все-таки. Надо их тратить. Безымянного гордого рыцаря. Сколько надо? 37 тысяч. Собственно, гордого пошла. А как действовать? Собираю на практически на уровень и по 2000 разгоняю. 35 сила. Урон-то растет, а? Урон растет очень хорошо. Как поднимать? Ну, это до 40, наверное, получается. Можно все-таки пойти выпендриться, сюда троечку вложить, и я смогу крутое заклинание кастовать. Но сильно эффектить оно клеймор не будет, мне кажется. Мне лучше вложиться в силу. Но мне хотелось бы так сделать, чисто посмотреть, насколько то заклинание получше. Но интеллекта надо побольше. 80 уровень у Джонсона. 80. В следующей сессии увидимся. Спасибо за внимание и до свидания. Руины демонов.